10 минут, 5 минут, он быстро бегает. Мальчики, девочки. Наташенька, здравствуй. Хорошо, мы смотримся. Вот, ты чего, Люба. Ступенек слезь. Мы так здорово. Вот. Что ты ищешь там? Вот. Ты ступенек слезь. Видишь, как хорошо. А что, совсем больной? Нет, а зачем? Да не больной. Хорошо. Очень хорошо. И Русь, ну ты как? Ай, я здесь уже. Иди, Саш, не надо. Я у меня упала. Давай все купил. Смотрите, хочешь нас покидать? Я потом все лучше вообще. У меня бегут скорее. Thank you.
Пойдешь Какие? Нарезных вам? Ну, вот такой дракон. Вот такой нам, вот он. А батончики нарезные. Горчичные вот еще хорошие есть. Нарезные. Ну, два таких, одну горчичный. Два таких. Два нарезных, один горчичный. Все, сейчас возьмем. 4,50. 12 рублей 10 копеек. Нам одну буханку, пожалуйста. И одну буханку. Еще придете? Сейчас я подам. Я больше вперед. Черный, мягкий, все хорошо. Лебедь берет. И на мужике родился. Родиной. Нет, еще что не хватало. Ну ладно, пойдем. Ну ладно, до свидания. До свидания. Мам, привет передавайте. Я сейчас пойду. Я раскрываю вам душу. Нико, сойдет. У меня вот... Сыграйте в лотерею. Вы играете с компанией Чупа Чупс. Thank you.
Мэрами, администрации и прочим. Проходим в парк, там тоже нас все встречают. Все это вы увидите. Наш конечный путь, вернее, этап нашего пути, это площадка Ильи Муромца. Никто никуда не разбегается. Так что стоим, как это построили колонну, опять человек. Можно там вас? Опять человек. У нас там ступеньки. Председатель оргкомитета Паукских городов
имею возможность сообщить вам, жители нашего города и его гости, что здесь, в здании городской администрации, будет происходить церемония подписания учредительных документов Союза Паокских городов. К нам в древний город Муром прибыли представители Владимирской, Рязанской, Нижегородской и Тульской областей, которых будут рады встретить и приветствовать наши жители города. Ну а по традиции, в наш праздничный день мы представляем вам нашу визитную карточку богатыря русского, былинного, защитника Отечества российского Илью Муромца. Ой, гостюшки славные, гостюшки славные да желанные, из далеких мест приезжие, примите поклон земной от Ильи Муромца. Да позвольте мне, богатырю русскому, приветствовать вас в нашем древнем граде. И пусть земля священная Муромская будет для вас оплотом крепости и единства, и чтобы союз наших городов, скрепленный подписями и печатями, был не на час, не на день, а на многие века. Успеха вам, дел добрых и праведных. Успеха и дел добрых и праведных. Гостюшки дорогие, как на Руси древней заведено, нашей священной православной, откушайте хлеб, соль. Предлагаю руководителям делегаций подняться в зал для торжественной церемонии подписания учредительных документов. Гостей тоже, конечно. Thank you.
Какие у вас новости? Ну, здесь приятно. Администрации Владимирской области, руководители городов и районов, объявившие желание участвовать в Союзе Паукских городов, депутаты городского совета народных депутатов города Мурома, директора промышленных предприятий разных форм собственности, представители общественных организаций нашего города, гости из различных городов и районов. Мы рады приветствовать вас в нашем торжественном зале. Слово предоставляется председателю Организационного комитета по созданию Союза Паукских городов, главе города Мурома Петру Алексеевичу Каурову. Уважаемые участники учредительного собрания, вы их видите здесь, в президиуме. Уважаемые гости этого торжественного мероприятия. Сегодня получает логическое завершение практическая работа, начатая с 92 года, когда взаимодействие городов Владимирской, Рязанской, Нижегородской области осуществлялось в сфере торговли, транспорта, промышленности, но не было оформлено юридически. Предложение инициативной группы, а далее работа Организационного комитета позволили предложить участвовать в подписании учредительных документов более 20 городам и районам областей Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской. К сожалению, некоторые участники сегодняшнего собрания, точнее, те, кто должен был участвовать, Московская область, по всей видимости, пока опаздывает. Но, тем не менее, около 20 городов изъявили желание выступить учредителями Союза Паукских городов. Дело добровольное, список не закрыт, тот, кто пожелает, может вступить. Основной целью, задачей Союза Паукских городов является организация взаимодействия исполнительных, представительных органов муниципальных образований между собой. Никто этого сегодня не спорит, что наша матушка Ака, она древнее любого города, она древнее любого муниципального образования. И в свое время она служила границей, она служила естественной преградой от врагов. Затем она стала кормилицей, она стала труженицей. По ней шли потоки пассажиров, грузов. И на сегодня мы ставим одной из своих задач объединить усилия городов и районов, расположенных по берегам Оки. И я думаю, что первым и значимым результатом работы Союза Паукских городов будет подготовка проекта федеральной программы по спасению и возрождению Паукского региона именно на базе Оки. Ряд предприятий из других городов, из городов-учредителей участвуют в промышленной выставке. Многие города прислали свои творческие коллективы.
Я думаю, что все это позволит нам уже на этом начальном этапе ближе познакомиться, познать друг друга, для того, чтобы в дальнейшем наладить тесную плодотворную работу. Я думаю, что сегодняшняя процедура не будет утомить. Поэтому я благодарю всех, кто прибыл на наше сегодняшнее торжество, и предлагаю дальше перейти к процедуре подписания учредительных документов. Спасибо. Уважаемые товарищи гости города, разрешите мне познакомить вас с протоколом номер один учредительного собрания Союза Пауковских городов. 16 июля 2000 года, город Муром. Присутствовали 13 человек. Председатель собрания Петр Кауров, секретарь Орлов. Повестка дня. Создание некоммерческой организации Союза Пауковских городов. Второе. Утверждение устава Союза Пауковских городов. Подписание учредительного договора Союза Пауковских городов. Избрание руководящих и контрольных органов Союза Пауковских городов. Заслушав и обсудив информацию от комитета по учреждению Союза Пауковских городов, рассмотрев проекты учредительных документов, устав, учредительный договор, символика, общее собрание учредителей Союза Пауковских городов решило создать некоммерческую организацию «Союз Пауковских городов» с местом нахождения органов управления организации в городе Мурове Владимирской области. Утвердить устав некоммерческой организации «Союз Пауковских городов». Подписать учредительный договор некоммерческой организации «Союз Пауковских городов». Избрать органы управления Союза Пауковских городов в составе председатель Союза Пауковских городов, глава города Мурма Петр Алексеевич Кауров. Правление Союза Пауковских городов. Лукьянов, Гороховецкий район, Кауров, Ермошин, Тульская область. Нужно перейти к процедуре голосования. Итак, уважаемые участники учредительного собрания, тот, кто находится здесь, кто за то, чтобы протокол номер один учредительного собрания утвердить, прошу проголосовать. Единогласно протокол. Александр Иванович и Иван Подпишкин. Пока подписывайте за номером 1040 от 16.07.2000 года о регистрации некоммерческой организации Союза Пауковских городов. Руководствуемся Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации о некоммерческих организациях в соответствии с решением Муромского городского совета народных депутатов номер 239 от 11 февраля 1997 года о размерах сбора на регистрацию юридических лиц на основании поданных документов постановляю зарегистрировать некоммерческую организацию «Союз Пауковских городов». Глава города Петр Кауров. Внимание! 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 Пауковских городов внести в зал для торжественного подписания.
Договор подписывает глава Муромского района Михаил Георгиевич Кожухарев. Договор подписывает глава администрации города Коврова Асентьев Вячеслав Тимофеевич. Договор подписывает заместитель главы Гороховецкого района Александр Дмитриевич Шаров. Договор подписан. Поздравить Союз Павловских городов с учреждением. Считаем, что примем самое хорошее участие в его работе. И пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех жителей города Мурома с праздником города. Пожелаю всего самого доброго. Всем жителям здоровья, счастья и благополучия. Спасибо. Муниципальные образования объединяются в союзы, в лиги, в ассоциации. Потом эти союзы вступают коллективными членами в Конгресс муниципальных образований Российской Федерации. И нас сегодня приехал поздравить заместитель секретаря Конгресса муниципальных образований Мальцев Александр Николаевич. Пожалуйста, Александр. Дорогие друзья, дорогие земляки, потому что я сам родом из нашего древнего прекрасного города Мурома. Здесь провел детство и юность. И мне очень приятно сегодня приветствовать и поздравить новообразованный союз от имени Конгресса муниципальных образований Российской Федерации, от имени его президента Олега Николаевича Сысуева. И мы взаимодействуем очень много с мэрами, знаем, что это люди практичные, они просто так ничего не делают. Они объединяются для того, чтобы была польза для их городов, для того, чтобы развивались экономические связи, для того, чтобы можно было на федеральном уровне, в том числе, отстаивать свои политические интересы. Сегодня, в этот праздничный день, уже начал работать этот союз. Сегодня в этом городе представлены все творческие коллективы тех учредителей, которые здесь находятся, и культурные взаимоотношения между территориями начали иметь реальную основу. Хотелось, чтобы все наши взаимоотношения, все трудности и чаяния, которые возникнут у каждой на территории, можно решать было нам совместно с этим союзом. Мне бы хотелось в этот день пожелать этому вновь образованному учреждению большого плавания и 7 футов под килем. Всего вам доброго. Спасибо. Под силовых структур правоохранительных органов, под гарнизонов определили, что поздравит Тихомиров Евгений Алексеевич, командир краснознаменного центра боевой подготовки и переучивания летного состава. Пожалуйста, Евгений Алексеевич. Дорогие друзья, мы, авиаторы, как бы не совсем соответствуем вот тому, что здесь нарисовано, но каждый раз, поднимаясь в небо, буквально база наша находится здесь рядом, мы всегда после набора высоты совершенно незначительного видим эту прекрасную реку Оку, видим сверху замечательную нашу природу, и сегодня мне от всех наших авиаторов, от воинов, которые проходят службу в этом регионе, хочется сердечно поздравить вас с тем началом, которое сегодня здесь совершается, пожелать успехов и достижения всех целей, которые обозначены в учредительных документах этой новой организации, а также пожелать здоровья, счастья, всяческих успехов и благополучия всем жителям, которые
проживают в нашем регионе и в нашем замечательном городе Муроме. Всего вам доброго. Спасибо. Как этому кораблю, который на символике большого плавания, активной работы, а всех с праздником. Thank you.
У нас Садко, он хозяйственный.
У тебя ли нет поля чистого, где б разгул нашла воля смелая? У тебя ли нет про запас казны для друзей стола, меча, не другу? У тебя ли нет богатырских сил, старины святой, громких подвигов? Перед кем себя ты унизила? Кому черный день низко кланялась? На полях своих под курганами положила ты татар полчища. Ты на жизнь и смерть вела спор с Литвой и дала урок ляху гордому. И давно ли было, когда с запада объяла тебя туча темная? Под ее грозой леса падали, мастера земля колебалася. Под сугробами улеглися спать гости навеки. И с тех пор во всех концах света белого про тебя идет слава громкая. И уж есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, стать за честь твою против недругов. Добрые православные, обратите взоры свои на богатыря русского, преподобного Илью Муромского! Прославил он матушку Русь подвигами да победами славными! Честно бился он с идолищами погаными, булавой их в землю вколачивал, да мечом острым рубил головы! А как не стало от тяжких ран до седых годов силы моченьки, принял постриг он монашеский и под знаменем Христовым молился за святую Русь православную. И крепко, муромцы, вы запомните завет земляка своего, русского богатыря Ильи Муромца. Не давать в обиду Русь православную, не клонить головы перед ворогом и бить супостата постылого до конца победного, до славного. А бывает супостат пострашнее печенега до половца. Страшное это дело, когда, не помня родства своего, брат идет на брата, сын на отца, отец на сына. Но мы с князем Глебом не унизились, не сподобились из-за престола Киевского поднять руку на брата своего старшего и ради единения Руси-матушки отдали свои жизни неповинные. Случилось так, что во имя утверждения Христовой веры сложил я свою голову у стен града Мурома. И как невелика была моя скорбь по невинно убиенному сыну, не озлобилось сердце отцовское, а возрадовалось, видя, что склонили свою гордыню непокорную муромцы пред сияющим ликом Пресвятой Богородицы. И сплотила она вокруг себя Муром. Помните, православные, любовь,
будет жить и матушка Русь. Сила Руси в мудрости деда, в уме да таланте отца. Уважать, да почитай друг друга. Помните, люди, богат наш. Помните сами, да детям своим накажите, и детям детей, что вы помнили. Что корни и могущество земли русской крепкой да единой семье в детях да внуках наших, в мире, в любви да соединиться в дружеский союз, знать того, что воля Господня. Добрый день, дорогие гости и горожане нашего города. Погоду. Говорят в народе, когда идет дождь, значит люди будут богаты. Я желаю всем своим землякам быть богатым. Молодому доктору наук во Владимирской области, доктору технических наук, профессору Муромского института Владимирского государственного университета Андрею Викторовичу Киричок. Аплодисменты! Самый молодой доктор наук, значит, будет жить наука в России! В нашем городе недавно, но коллектив, которым руководит директор средней школы номер 6, депутат городского совета Нина Александровна Москвина, считают ее одним из лучших директоров школ города, и поэтому она сегодня человек года 2000. К сожалению, есть дети, которые не нужны своим родителям. И тогда к ним протянет руку,
отдаст свое сердце, накормит, обласкает, скажет доброе слово. Главный врач дома ребенка Елизавета Ивановна Золотухина, человек года 2000. Жители города знают, каждое мероприятие режиссирует у нас режиссер. Режиссер народного коллектива «Тюз-Комарок», дворца культуры имени 1100-летия города Мурома Валентина Михайловна Фомичева. И сегодня она в центре работы. А болельщикам команды «Локомотив» будет особенно приятно, что его главный тренер Казаков Валерий Васильевич стал победителем в номинации «Спорт» и присвоено ему звание «Человек года». Завтра у него день рождения, а команде «Локомотив» победы! Вперед лети, наша команда! Номинация «Законность и правопорядок». Трудно сегодня в России. И главное, чтобы была возможность у нас, чтобы нас защитили. И мы уверены, что если такие люди, как Александр Андреевич Гусев, полковник милиции, заместитель начальника УВД города Мурома и района, начальник штаба, стоит на страже порядка, значит, все у нас будет в полном порядке. Номинация «Торговля и общественное питание». Сколько забот у Валентины Васильевны Ушановой, директора муниципального предприятия «Общий ПИД». Ведь надо накормить детей из детских садов, школ, больниц. И сегодня она человек года 2000. Олега Васильевича Котрова, председателя правления АВРС ЛМНТ, знают многие. Он учредил стипендию имени Котрова и платит ребятам, лучшим стипендиатам города. Он много делает спонсорства в нашем городе. Олег, вы Владимирович Котров, человек года 2000. А вот в этом году у нас новая номинация «Надежда земли Муромской». Сергей Сериков, выпускник средней школы номер 9. Вот наша надежда! Наталья Ярцева, корреспондент газеты «Переходный возраст». Постановление подписал, а сегодня их здесь поздравляет глава города Петр Кауров. Дорогие друзья, я думаю, мы сегодня поощрили, отметили далеко не всех, кто заслуживает внимания, уважения, почета. Общегородских делах. Я думаю, не случайно многие из вас сегодня узнают этих людей по повседневной, трудовой и производственной деятельности. Мурома
успехов, благополучия и счастья. Спасибо.